señores. Muy buenas tardes. El Instituto Peruano del Deporte los saluda y les da la bienvenida a la gran final de la Copa América Perú 2004. Estamos en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Partido entre los seleccionados de Argentina y Brasil. Alineaciones. Argentina, con el número uno en el arco, Roberto Abbondanzieri. En la defensa, con el número 22, Fabricio Colochini. Con el número 2, Roberto Ayala. Con el número 6, Gabriel Heinze. Con el número 8, Javier Zanetti. En la volante, con el número 5, Javier Mascherano. Con el número 3, Juan Sorín. Здравствуйте! Канал НТВ Плюс Футбол начинает прямую трансляцию финального матча 41-го Кубка Америки. Бразилия-Аргентина. Финал, которого ждали, и финал, которого не было уже давно, собственно говоря, при вот таком формате турнира с участием 12 команд не было вообще никогда. В последний раз эти команды встречались уже на заключительной стадии турнира. Финальная группа это тогда была с участием 4 команд в 91-м году. И аргентинцы выиграли 3-2 и после этого завоевали чемпионский титул. Ну а вот с 93-го года, с тех пор, как 12 команд играют и... Соответственно, три группы по четыре команды, затем четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Так вот, за шесть розыгрышей, вот нынешний шестой, с тех пор, что прошли, всего лишь трижды играли между собой Аргентина и Бразилия, и все три раза встречи их происходили на стадии 1/4 финала. По разу соперники выигрывали в сериях 11-метровых, и в 99-м году, вот последняя встреча была, в Парагвае, там бразильцы победили со счетом 2-1 на пути уже к своему последнему чемпионскому титулу. Аргентина сюда приехала в роли главного фаворита, скорее всего, потому... Ну, в том числе потому, что именно аргентинская сборная, наверное, состав привезла максимально приближенный к оптимальному из всех фаворитов. Но, тем не менее, и бразильская сборная по ходу турнира доказала, что вполне она вправе претендовать на чемпионский титул. Карлос Амарилья, парагвайский арбитр, был только что на ваших экранах, именно он будет обслуживать сегодняшний матч, а помогают ему его соотечественник Нельсон Кано и перуанец Хуан Сулька. Ну и резервный арбитр также из Перу, это Хильберто Идальго. Все готово к началу матча, и назову сразу составы, в которых команды вышли на поле. У бразильской сборной, в общем-то, все понятно. За одним единственным изменением тот же состав, который и начинал турнир, то есть номера с 1 по 11. Но вот что по ходу турнира произошло: в роли правого латераля вытеснил из состава Майкон своего коллегу, можно сказать, по амплуа Мансини, игрока итальянской Ромы. Ну и стало быть, целиком состав бразильской сборной выглядит следующим образом. Вот она сейчас пытается организовать свою первую атаку. Жулио Сезар в воротах, первый номер. Два центральных защитника — это Луизао, номер 3, и Жуан, 4. Жуан был признан лучшим игроком матча в полуфинале, где встречались бразильцы с уругвайцами и победили, кстати, только в серии 11-метровых. Слева играет Густаво Нери, 6 номер. Справа, как было сказано, Майкон, 13. Два полузащитника опорных — это Ренато, 5, и Клеберсон, 8. Перед ними действует Алекс, капитан команды, 10, и Эду, 11. И два нападающих — это Луис Фабиано, номер 9, и Адриано, номер 7, лучший бомбардир турнира. Уже 6 забитых мячей на его счету. Больше половины, кстати, забитых бразильской командой. Ну и, скорее всего, лучшим бомбардиром он уже и останется.
потому что вот из остальных футболистов, которые сейчас на поле, лучший результат у кого-либо, бомбардирский результат, это два забитых гола. По три мяча у Хавьера Сальолы, которого нет в стартовом составе аргентинцев, и уругвайца Карлоса Буэна, но сборная Уругвая уже завершила свое выступление на Кубке Америки. Кто не знает, Уругвай вчера со счетом 2-1 обыграл сборную Колумбии в матче за третье место и, стало быть, также попал в призеры. Ну вот первая острая ситуация в штрафной аргентинской команды, но защитники удачно перекрыли там зону. Это Адриано, кстати, пытался четверых соперников обыграть и, кстати, был близок весьма к этому. Ну, вот Хавьер Санетти пришел на помощь игрокам обороны. Аргентинцы сумели ликвидировать угрозу. Состав сборной Аргентины, он как раз претерпел достаточно много изменений по ходу турнира. Искал оптимальное сочетание Марсело Бьельса. Были, кроме всего прочего, дисквалификации, в частности, у капитана Роберто Айалы. Были травмы. Ну вот перед матчем было объявлено, что и Хавьер Сальола, и Андрес Д'Алессандро, которые полуфинал с Колумбией пропустили как раз из-за травм, готовы играть. Но мы видим, что ни того, ни другого на поле нет, а только на скамье запасных они находятся. Итак, Аргентина в воротах. Роберто Абондансьери, номер первый. Три защитника. Это Габриэль Хайнц, номер 6, Роберто Айала, номер 2, капитан команды, и под 22-м номером Фабрисио Калачи. Ну, а вот первый удар уже по воротам Жюлио Сезаре. Это самый Цибил. Мне показалось, что мяч все-таки летел не в угол, а мимо ворот. Тем не менее, Жюлио Сезар среагировал, отбил на угловой. И давайте посмотрим, как это стандартное положение аргентинцы разыграют. Мауро Росалес сегодня в стартовом составе. Именно он сейчас угловой выполняет. И мяч снова покидает пределы поля от Адриано. Марсело Бьельса, это был главный тренер сборной Аргентины. А Росалес снова мяча и снова опасно. Ну вот. Теперь уже надо начинать атаку снова из средней зоны. Росалес. Было ли нарушение? Арбитр показывает, что нет. А здесь мяч покинул пределы поля. Итак, дальше состав аргентинцев. Слева играет Хуан Пабло Сорин, третий номер. Ну, слева это достаточно условно. Сорин играет везде. Это мы все хорошо знаем. Хавьер Санетти справа, восьмой. Опорный полузащитник Хавьер Маскерано, номер 5. Перед ним тройка. Кили Гонсалес, 18-й. Луис Гонсалес, 16-й. И Карлос Тевес, 11-й. И нападающий Мауро Росалес, игрок олимпийской сборной Аргентины с клубом Рио Солт Бойз. Выходил он в основном на замену по ходу этого турнира. Ну вот, сегодня решил такой вариант попробовать Бьельса. Ну, хотя вот мы видим, что Тевес все-таки действует в линии нападения по первым минутам. Два форварда таким образом у аргентинской команды. И вот поддерживает их, стало быть, Луис Гонсалес, который больше справа любит играть, и Кили Гонсалес по левому флангу. Вот такая расстановка. Ну а что будет меняться и как будет все меняться по ходу игры, это уже увидим мы с вами вместе. Росалес получил мяч справа, делает передачу на Санетти, с тем вступает в борьбу Эду, и от его ноги мяч покидает пределы поля. Снова Санетти. Очень хорошо уходит от одного соперника, от другого. А здесь подножка на входе буквально в штрафную за несколько сантиметров. Но нет, Карлос Амарильо показывает, что все в пределах правил. Хотя, давайте смотреть, по-моему, все-таки зацепил Санетти за ногу, защитник бразильской команды. Не так давно команды эти встречались в отборочном матче чемпионата мира.
в начале июня. Эта встреча состоялась в Бело-Оризонте. Бразильцы выиграли 3-1, и уникальным тот матч был тем, что три пенальти в той игре заработал Роналду, и все три самолично реализовал. 3-1 Бразилия выиграла, и на данный момент именно она является лидером в квалификационном турнире чемпионата мира. Аргентина на втором месте, но там вообще очень плотная группа, идут все лидеры. Собственно, турнир этот в самом разгаре, будем говорить, еще идет первый круг только, так что все может измениться. Но про отборочный цикл сейчас уже все забыли, но вот давайте смотреть. Ну, конечно, было здесь нарушение, так неосторожно и даже грубовато, я бы сказал, играл Жуан в этой ситуации, и тем не менее штрафной назначен не был. Ну, по первым минутам небольшое преимущество аргентинской команды, хотя и бразильцы уже сделали один очень острый выпад. Мы помним проход Адриано. Ну, а это вот Кили Гонсалес, его вдвоем атакуют бразильские футболисты, Луис Фабиано здесь правило нарушил. Ренато пошел вперед, не видя партнеров и соперников, похоже, тоже мяч у него отобрали. Росалес. Положение вне игры. Вне игры у Дэвиса. Чуть-чуть запоздала передача. Мауро Росалес, нападающий из клуба Ньюэллс Олд Бойз. И вот это поколение 81 года очень богатое на талантливых футболистов в Аргентине. И надо думать, что именно аргентинская сборная будет главным фаворитом на олимпийском турнире в Греции, который начнет через несколько недель. Ну вот из тех игроков, которые здесь присутствуют на Кубке Америки, это и Маскерано, он вообще 84 года рождения, он еще за юниорскую сборную Аргентины играл в прошлом году на чемпионате мира в Арабских Эмиратах. 81 года, кстати, Савьола. Лусиано Фигероа, нападающий, который два мяча на этом турнире забил и, в общем, запомнился. Андрес Д'Алессандро, опять же. Клементо Родригес, защитник из Бока Хуниорс. Луис Гонсалес, Мариано Гонсалес, который, правда, всего однажды выходил на поле. Сезар Дельгадо, который почти весь турнир провел, но, если честно, то вот он-то как раз оставил наименее яркое впечатление. И, в общем, то, что вот сегодня его нет в составе, это, я думаю, вполне оправданное решение. Марсело Бьельса, доверял он ему очень много, но Дельгадо ничем себя особенно не проявил. Ну и вот, наконец, Мауро Росалес. Ну, еще вспомним и Калачини, и Тевиса, которому только-только 20 исполнилось. Вот это все люди, которые должны сыграть за олимпийскую команду Аргентины. Ну, насчет Тевиса, кстати, есть у меня сомнения, что он на Олимпиаду поедет. Все-таки это уже игрок первой сборной. Так же, как, впрочем, и Савьола. Но зато поедут туда Роберто Айала, Кили Гонсалес и Габриэль Хайнс. Трех человек можно заявлять старше, 23 лет. И вот аргентинцы уже определились с тем, кто это будет. Ну, об участии Хайнца в олимпийском турнире еще, может быть, мы поговорим. Пока все внимание матчу. Бразильцы пытаются перехватить инициативу. И вот, наконец, проводят острую атаку. А Бонтансьери реагирует на простроенную передачу из фланга. Не удержал мяч, но рядом защитники оказались. Бразилия продолжает атаковать. Опасно. И удар в дальний угол наносит Адриано. Но мяч летит мимо ворот. Вот еще раз смотрим, этот проход Майкона был очень опасный. Калачини мяч
выбил не так далеко. Бразильцы смогли вторым темпом организовать новую атаку. Ну а теперь удар от ворот. И Роберто Абондансьери, голкипер Боки. Ввел мяч в игру. Ну, закончилось это все тем, что штрафной в пользу Бразилии назначен. Калачини с мячом. Маскерано. И по правому флангу опять атака Аргентины развивается. Но здесь чуть не точной была передача. Санетти не достал этот мяч. Вернее, достал уже за боковой линией. И поэтому аут. Карлос Алберто Парейра, тренер сборной Бразилии, все время на ногах, как, впрочем, и Бьельса. Майкон играет в центр. Теряли мяч бразильцы. Ренато мяч неудачно его обработал. И вот опасная ситуация. Но чуть-чуть ошибся Росалес при обработке этого мяча, при приеме передачи. И пришлось ему уйти немножко вправо. Отсюда было не очень удобно атаковать. Но все же решил пробить в дальний угол. Ждал, кстати, этого удара Жулио Сезар. В любом случае, удар цели не достиг. Ну а здесь Алекс пытается пробросить мяч мимо Сарина, себе на ход. Пробрасывает вал. Хуан Пабло Сарин успел уже один гол забить. Это было в полуфинале с Колумбией. Правда, гол, по сути, ничего не решал. При счете 2-0 в концовке матча Сарин отличился, но забил очень эффектно. Прыжке головой. Ну, вот так Аргентина должна атаковать сегодня, чтобы добиваться успеха. Быстрые очень перемещения, быстрые передачи мяча. Запутали, в общем-то, сейчас бразильскую защиту. Это, правда, происходило только на подступах к штрафной. Но в результате угловой удалось заработать. Уже третий выполняет Росалес справа. И в третий раз бразильцам удается не допустить удара по вороту. Ну а теперь ответ бразильской команды. И, похоже, здесь будет угловой. Айала, как обычно, очень жесток был в единоборстве с Адриано. Без нарушения правил. Мяч выбил. Но, тем не менее, Адриано оказался на газоне. И теперь угловой уже у ворот Абондансьери. Алекс его выполняет. Ну и следует удар не опасный. Издали удар Майкон туда в сторону ворот мяч направлял. Даже, наверное, не столько рассчитывая на то, что как-то он сможет угрожать этим воротам аргентинским. Сколько на то, чтобы не допустить ответную контратаку быструю Аргентины. Ну а теперь уже успели партнеры вернуться. Следует передача в штрафную на Тевеса. Теперь Калачини против Адриано. И пока в пользу Адриано эта борьба складывается. Да, и даже передачу делает довольно острую Адриано в штрафную. И здесь поборолся за мяч его партнер по атаке Луис Фабиано, но нарушил правила, подтолкнул немножко в спину Габриэля Хайнца, и поэтому штрафной аргентинцы пробьют.
У аргентинской команды вообще получается, что Тевес играет в роли центр-форварда. Позади него Лучо Гонсалес, Росалес справа, Акили Гонсалес слева. Вот такая видится расстановка по этим минутам. На самом деле эта роль Тевесу, конечно, знакома, но обычно у себя в клубе действует он не совсем на этой позиции. А играет или вторым нападающим, или даже третьим, старающимся атаковать из глубины. Собственно говоря, вот в предыдущем матче против Колумбии именно в роли такого оттянутого третьего форварда, или наоборот, выдвинутого вперед центрального полузащитника, Тевес и действовал. Ну, сегодня немножко другой состав и, соответственно, немножко другие функции игроков. Ну вот Тевес пытался в одиночку сейчас до штрафной добраться. Мяч у него забрали. Ну а тут ошибается Жулио Сезар. Кстати сказать, не очень уверенно. Жулио Сезар провел полуфинальный матч против сборной Уругвая. Допускал ошибки. Одна из них привела к голу в ворота Бразилии, но зато молодцом показал себя в серии 11-метровых, когда выручил команду, в отличие от уругвайского голкипера Вьеры, который так бездумно пытался даже не то чтобы гадать, а методично падал в правый от себя угол и пять игроков сборной Бразилии последовательно направляли мяч в противоположный. Таким образом, Вьера, в общем, ни разу даже не коснулся мяча за время этой послематчевой серии. Ну, а Жулио Сезар один удар парировал и тем самым принес своей команде победу. Ну вот Тевес наконец ушел в глубину. Эта передача была рассчитана на подключение по флангу Сорина, но Сорин, похоже, слишком рано стартовал, оказался в положении вне игры. Да, вот поднятый флажок лайнсмена. Прессингуют аргентинцы на чужой половине. Луис Гонсалес сейчас отобрал мяч. Это пенальти стопроцентный. Если, кстати, вспоминать вот те 11-метровые, которые назначал Оскар Руис в отборочном матче Бразилия-Аргентина. Вот нечто похожее было. Неаккуратная игра защитника, который в подкате бросается на перерез сопернику. А Гонсалес, видите, успевает пробросить мяч себе на ход. И здесь уже любой контакт, даже не грубый, это пенальти. Тевес, кстати, сделал очень хитроумную передачу. Вроде уже не дотягивался до мяча, и тем не менее все-таки успел отбросить его партнеру. А Луис Гонсалес, который именно он сыграл в отборе, да, и именно он начал эту контратаку аргентинцев, вот он же пытался ее и завершить уже из пределов штрафной. Не позволил защитник, нарушивший правила, это был Луизао. И Кили Гонсалес бьет пенальти. 1-0 Аргентина. Третий 11-метровый, реализованный Кили Гонсалесом на этом турнире. И, соответственно, третий его гол. Первый был в матче с Эквадором, второй с Уругваем, и вот третий сейчас в финале. Аргентина повела 1-0 на 20-й минуте первого тайма. Ну, можно сказать, что по игре. Все-таки с небольшим преимуществом Аргентина играла, хотя бразильцы тоже атакуют. Ну и вот одна из попыток в чужую штрафную пройти. Алекс. Очень много, конечно, зависит от Алекса вот в этой команде.
здесь мы видели, да, Жулио Сезар на сей раз решил угадывать. А Кили Гонсалес как раз в таких случаях обычно по центру и бьет. Вообще у него по замаху очень трудно представить, куда мяч полетит. До последнего мгновения он скрывает от вратаря свои намерения. Вот на сей раз по движению ноги, по положению стопы можно было подумать, что опять по центру будет удар, а вот нет, немножечко так еще подрезал мяч, так что он полетел в левый от бьющего, соответственно, в правый от вратаря угол. Ну, не очень уклюжие действия Роберто Айалы приводят к угловому у ворот Абундансьери. Переполнен национальный стадион в Лиме, 45 тысяч зрителей, даже чуть больше. И вообще надо сказать, что даже после того, как выбыла из турнира сборная хозяев, а перуанцы в четвертьфинале проиграли Аргентине, причем это был самый первый из четвертьфинальных поединков, так вот даже после этого ни в одном из городов интерес к турниру не упал. Заметно, во всяком случае, не упал. Стадионы продолжают заполняться. И, в общем, я думаю, что болельщики не пожалели, потому что как раз вот эта часть турнира, плей-офф, получилась очень и очень интересно. Даже несмотря на то, что несколько матчей закончились крупными победами одной из команд. Так вот, Аргентина у Колумбии 3-0 выиграла, а Бразилия у Мексики аж 4-0. Абундансьери удачно играет на выходе. Тевес. Ну, похоже, чуть-чуть все-таки перемудрил такими резкими очень движениями корпуса, пытался запутать защитников, в частности Густаво Нери, но окончилось все тем, что сам не устоял на ногах. Ну и здесь вот нарушил правила, просто врезался в соперника. Первая желтая карточка. Сарин против Алекса. Сыграл грубо, но тут же помог ему подняться. Это два игрока еще совсем недавно. Они были одноклубниками. И в прошлом году завоевали титул чемпиона Бразилии в составе Крузейра. Ну, Сарин теперь снова отправился уже в Европу. В Пари Сен-Жермен, а Алекс не снова, а впервые уехал в европейский клуб. Он будет играть за турецкий Фенербахче. Эду отдает назад, там Ренато. Новая Ду. И опять аргентинцы стараются прессинговать на чужой половине. В общем, вот гол, забитый Кили Гонсалесом, как-то заставил немножечко активизироваться бразильскую команду. Но и соперники от своей игры отказываться не собираются. Слишком рано еще играть на удержание счета. Санетти хорошо распорядился мячом, Колачини. А вот Колачини, так не глядя, делал передачу в центр. Но мяч остается у аргентинской команды. Такими действиями недовольны зрители, тем, что мяч отдается назад вратарю. Хайнце.
Габриэль Хайнце подписал контракт с Манчестер Юнайтед, но вот тем обстоятельством, что он собирается на Олимпиаду ехать, очень недоволен сэр Алекс Фергюсон, тренером манкунианцев. И сказал он следующее, что поскольку Хайнце будет отсутствовать, вынужден будет клуб, скорее всего, приобрести еще одного защитника, и тогда никто не может поручиться за то, что Хайнце попадет в состав. Ведь когда он вернется, уже чемпионат Англии будет идти полным ходом, уже мы будем иметь игрока на этой позиции. Это лучше Гонсалес. Очень хороший сезон провел и очень хороший турнир сейчас проводит. Посмотрите, как здорово действовал и бил точнёхонько в уголок низом, но не очень сильно, может быть, и оставил шанс Жулио Сезару, тот мяч отбил. Росалес и слева подает угловые. Давайте посмотрим, как он это сделает. Выходит Жулио Сезар, кулаками выбивает мяч за пределы штрафной. Игры. Вне игры у Аялы. Да и не только у Аялы, три. Кстати сказать, вот Аяла-то был как раз в правильной позиции, а вот трое его партнеров не успели выйти вслед за защитниками из штрафной. Кстати, в этой связи можно еще поспорить с лайнсменом насчет того, активный или пассивный это был офсайд. Ну, закончу цитату из Алекса Фергюсона про Габриэля Хайнце. Так вот, сэр Алекс сказал, что еще он может понять португальца Криштиану Роналду, который тоже будет в составе своей, соответственно, олимпийской сборной Португалии играть в Афинах. Во-первых, Роналду по возрасту игрок олимпийской команды. А во-вторых, он себе уже сделал имя в Манчестере. То есть занимает он определенное место в структуре команды. Тренеры знают, в каких ситуациях могут на него рассчитывать. Поэтому его-то отъезд как раз еще можно понять. А вот что касается Хайнца, который еще никак себя в новом клубе не проявил, даже, по сути, не знаком еще со своими новыми партнерами и собирается ехать на Олимпиаду, вот это Алекс Фергюсон никак не может понять и одобрить, и вот этим было вызвано его достаточно жесткое высказывание. Так что перспективы Хайнца в Манчестере пока весьма туман. Густаво Нери пошел вперед, довел мяч до Эду. Бразилия, кстати, сейчас играет один игрок Манчестера. Он на поле, это Клеберсон, полузащитник. Ну вот за те без малого 30 минут, что уже прошли, не часто мы видели его в действии. Калачини будет бросать аут. 29-я минута заканчивается первого тайма. А, нет, вот прошу прощения, уже 30-я заканчивалась, пошла 31-я. 1-0 на 20-й минуте. Кристиан Гонсалес, Фили Гонсалес, он же, забил этот единственный пока гол с 11-метровых. Тевес играет с Сарином, того немножечко подтолкнули, но Амарильо показал, что можно играть дальше. Или Гонсалес. Луису Гонсалесу мяч отдавал, а того встретили сразу два соперника в момент приема мяча.
Ну вот хорошая атака у Бразилии получилась, и Алекс откликнулся очень своевременно на фланговую передачу. Вот видите, откуда Алекс прибежал, такой рывок сделал и добрался-таки до мяча первым, но все-таки бить ему было не очень удобно в этом полете. И мяч направил чуть в сторону от ворот. Ну вот видим мы, какие перестановки у аргентинцев по ходу происходят. Ну, Сарин, во-первых, старается, как обычно, действовать по всему фронту. И в центральной зоне мы его видим, и видим его в атаке в том числе. Тевис ушел в глубину поля и сейчас занимается больше диспетчерской работой. А вперед очень часто выдвигается Луис Гонсалес. Ну и Росалес, естественно, там он больше справа играет, но уже несколько раз мы его видели в штрафной. Томалю! Вот это опять Сарин в подкате играл. И тут же рядом с ним Луис Гонсалес. Очень строго пока действуют центральные полузащитники аргентинцев. Вообще была у них такая проблема во многих предыдущих поединках. Все они, в том числе даже Хавьер Маскерано, который вот номинально опорный хав, были в большей степени ориентированы на атаку. И когда соперник мяч отбирал, как-то не очень охотно, скажем, возвращались назад. Так что было определенное пространство для контратак у тех же колумбийцев, у уругвайцев. Другое дело, не все соперники этим успешно пользовались. Майкону следовало все-таки немножечко подождать, там не готовы были партнеры за этот мяч бороться в штрафной. Ренато играет в отборе и без нарушения поборолся с Маскерано. Опять не удалась атака Бразилии и Кили Гонсалес. Сарин. Тевес. Маскерано рядом с ним. Снова Сарин. Кили Гонсалес. Его атакует Ренато. Угловой. Ошибаюсь, пятый уже угловой у ворот бразильской команды. Но ни разу ударить не удалось головой нормально аргентинцам вот после этих стандартных положений, хотя там есть мастера. Аяло, Сарин, Хайнце. Вытолкали Тевиса за пределы поля вместе с мячом. 35-я минута первого тайма. По-прежнему минимальный перевес Аргентины в счете.
Росалес отдавал в центр, и там маленький Тевис боролся за мяч, который находился вверху. Такой рывок сделал Жуан, метров 60, наверное, пробежал. Ну, а здесь желтая карточка Эду за срыв атаки, надо так понимать. Уходил от него Луис Гонсалес, и Эду сыграл прямо в корпус соперника. Вот, можно сказать, открытие сезона. За олимпийскую сборную себя проявил очень хорошо на турнире, который в начале года состоялся, отборочный турнир в южноамериканской зоне. За River Plate много хорошего, много полезного сделал. И в чемпионате, где River выиграл титул, и в Кубке Либертадорес. Вот теперь и в первой сборной. Уже, можно сказать, свой человек. Дважды пришлось Жулио Сезару вступить в игру за короткий отрезок времени. Сейчас, возможно, еще раз придется. Росалес. Санетти. Даже упав мяч не потерял. Это Маскерано. Да, надо перевести на противоположный фланг. Тут посвободнее. Хайнца подключается. Тевис рядом с ним. Снова Тевис. Передача, и выручает Жулио Сезар. Буквально в ногах забрал у Луиса Гонсалеса этот мяч. С трудом дотянулся, но дотянулся. Вот сейчас, кстати, очень хорошо действовал лайнсмен, потому что один аргентинский футболист там был в офсайде, но это был как раз пассивный офсайд. Передача была не ему адресована, а Карлосу Тевису, и дал возможность помощнику главного арбитра продолжить эту атаку аргентинцам. Это ударное исполнение, обводящий в дальний угол, бил Клеберсон. А Бондансьери был готов, даже падать ему не пришлось за этим мячом. Как сейчас Росалес себе подыграл здорово, пробросил мяч на ход каким-то неуловимым движением. Ну, это мы смотрим повтор удара Клеберсона, а теперь Луизао с мячом, Майкон. Пять минут до перерыва. Кстати сказать, остановок немного. Так что не думаю, что Карлос Амарильо, ну, минуту разве если добавит. А мяч, по-моему, от Густаво Нери ушел. Да, аргентинцы будут бросать. Любопытно, бразильская сборная здесь играет на Кубке Америки, а чемпионат Бразилии полным ходом продолжается тем временем. И там за неполных три недели 5 туров было сыграно. Так вот, Сан-Паулу, который сейчас в числе лидеров, все это время обходился без двух своих игроков, можно сказать, ведущих игроков. Это Луис Фабиано и Густаво Нери, которые здесь в сбор. И когда те вернутся, там
за прошедшее время достаточно успешно на их позициях проявили себя в роли левого края Фабио Сантос, а в роли одного из нападающих венесуэлец Александр Рондо. Думаю, что все-таки состав-то будут попадать и Густаво Нери, и Луис Фабиано. Но, тем не менее, такая вот ситуация наличествует. Адриано в штрафную отдавал слишком сильно. Vamos, Carlito! Калачини. Маскерано в центре. Немножко упал темп к концу тайма, что естественно. Перерыв будет кстати. Луис Гонсалес. Тевис искал передачи, но прочитал Жуан эту комбинацию, сыграл на перехвате. И теперь Луис Фабиано идет вперед. Хайнца перед ним. А вот здесь нарушение, ну, на самой границе штрафной. Там в сантиметрах буквально от линии. Посмотрите, ни Хайнцы, ни Маскерано без нарушения правил не смогли воспрепятствовать продвижению Луиса Фабиано к воротам. И только вот зацепив сзади за ногу нападающего, Маскерано эту атаку остановил. Кстати, и здесь уместно, я думаю, была бы желтая карточка, но, по-моему, обошлось без предупреждения. Абунданс Еристенко выстраивает из четырех человек, хотя оттуда, в общем, по воротам попасть не так-то просто. Даже и безо всякой стенки. Но, с другой стороны, хорошо знает аргентинский голкипер, что за удар у Алекса. Последовала все-таки передача в штрафную. Атака не закончилась. Клеберсон и теперь аут. Армате, армате! Минуту Амарилья добавил. Концовка тайма за бразильцами. Сейчас еще один штрафной будет. Ну а в обороне там и Тевису приходится работать, и Росалесу, как вот в этом эпизоде. Снова Алекс у мяча. Ну и снова, скорее всего, вряд ли будет удар. Один-один. Один-один в добавленное арбитром время. Луизао, защитник португальской Бенфики, восстанавливает равновесие и попадает в объятия и партнеров, и запасных, и тренеров. Очень хорошо там партнеры Луизао действовали в этом эпизоде. Как-то так оттеснили игроков
аргентинской команды, что Луизао практически без помех бил. Он, в общем, и не бил, а едва-едва мяча коснулся, так чуть-чуть изменил траекторию полета, и Абондансьери вот на это изменение уже никак не смог среагировать, столбом стоял, а мяч влетел в дальний угол. Что ж, 1-1 после первого тайма. На 20-й минуте, напомню, забил Кили Гонсалес с пенальти. И вот смотрим еще раз, как Луизао восстановил равновесие после штрафного, выполненного Алексом. А Абондансьери еще сложно было среагировать, потому что перемещался он как раз в направлении ближнего угла. И Луизао фактически на противоходе его поймал вот этим ударом. Да, ну вот минута, добавленная Карлосом Амарильо, оказалась очень для бразильцев полезной. Удалось им равновесие восстановить и уйти на перерыв уже совсем с другим настроением. Ну а мы сейчас, я думаю, увидим статистику первого тайма. 3-3 удары в створ, удары мимо ворот в пользу Бразилии 4-2, угловых 6 аргентинцы подали против 2 у соперников, чаще попадали бело-голубые в офсайды, ну а фолили примерно поровну команды, и 2 желтые карточки было, я напомню, у аргентинцев предупреждение получил Сорин, а у бразильской команды Эду. Вот такие итоги первого тайма, и теперь перерыв. Финал 41-го Кубка Америки. Аргентина-Бразилия. Начало второго тайма. 1-1 после первых 45 минут. Вернее, 45 и еще одной. Потому что вот именно на этой самой 46-й бразильской команде удалось сравнять счет. Луизао забил головой после навесной передачи Алекса со штрафного. А открыл счет в этом матче Кили Гонсалес за 11-метровый, назначенный за фол против Луиса Гонсалеса. И произошло это на 20-й минуте матча. Ну, небольшое преимущество, наверное, было все-таки у аргентинской команды в первом тайме. Но, вот как видим, преимущество не настолько серьезное, чтобы добиться положительного результата. Это 31-я уже встреча соперников на турнирах Копа Америка. Были турниры, где и по 2 раза они играли между собой, были, где вообще не встречались. В целом преимущество достаточно большое у Аргентины. 15 побед против 8 при 7 ничьих, при разности забитых и пропущенных мячей 50 на 33. Ну а считая 2 сегодняшних, получается 51 на 34. Ну и вообще Аргентина куда успешнее бразильцев выступала на этих соревнованиях. Разные были причины, но скажу, что Аргентина, так же как и Уругвай, 14 раз была чемпионом континента, а вот Бразилия всего лишь 6. Начался второй тайм, и замен пока, похоже, нет в составах команд. Я напомню, кто на поле присутствует. У Бразилии Жулио Сезар, вратарь. Оборона. Слева направо 6-й Густаво Нери, 4-й Жуан, 3-й Луизао и 13-й номер Майкон. В полузащите 8-й Клеберсон, 5-й Ренато,
Следующая линия — Алекс, капитан команды, 10-й, и 11-й Эду. И два форварда. 7-й номер Адриано, 9-й Луис Фабиано. Главный тренер — Карлос Алберто Парейра. У сборной Аргентины Абондансьери в воротах, 1-й номер. В защите 22-й Калачини, 2-й Айяло, капитан, и 6-й Хайнце. Опорный хав Маскерано, номер 5. Слева играет Сарин, 3-й. Справа 8-й Санетти. И группа атаки, состоящая из Кили Гонсалеса, 18-го номера, который действует, как обычно, на левом фланге. Справа больше играет Росалес, 21-й. Кроме них 16-й Луис Гонсалес и 11-й Тевис. Тевис начал как центральный нападающий, ну а затем в этой роли выступали поочередно и он, и Росалес, и даже Луис Гонсалес в какие-то моменты. Здесь что происходит? Здесь, на мой взгляд, в мяч было сыграно, но, тем не менее, Карлос Амарильо, главный арбитр из Парагвая, назначает штрафной удар. Помимо Амарильо судит также парагвайец Нельсон Кано и перуанец Хуан Сулька. Это судьи на линиях. Марсело Бьельсу еще я должен представить, главного тренера аргентинской сборной. Ну и вот теперь уже все, наверное. А нам сейчас показали бразильскую скамейку. Присел наконец-то Парейра. Справа от него Марио Загалло находился. Удар в стенку приходится. Еще одна попытка издали атаковать ворота. И теперь мяч летит не точно. Это Аленс бил. 2 минуты сыграно во втором тайме. 2,5. И пока по-прежнему 1-1. Вот, кстати, в плей-офф из 7 уже сыгранных матчей только один принес ничейный результат. Это был полуфинал Бразилии-Уругвай. И там все решалось в серии пенальти, которую лучше бразильцы выполнили. Вне игры частенько сегодня аргентинские футболисты в офсайде остаются. На сей раз это Карлос Тевес оказался ближе к воротам, чем последний защитник бразильской команды. Густаво Нерис с мячом оказался совершенно не на своей позиции. Второй мяч Сарину не нужен. Тевес. Луис Гонсалес. Санетти. Да, надо подержаться немножко за голову Карлосу Тевесу. Мы видели уже подобные моменты на этом турнире, но в частности в полуфинале Бразилия-Уругвай, когда по пустым воротам бил Дарио Сильва. В перекладину попал, ну вот что-то похожее. 2 метра было до ворот, и Тевесу нужно было просто ногу подставить, чтобы направить мяч в пустой угол. Тем не менее, попал он в штангу, и Аргентина упустила реальнейший шанс выйти вперед уже в начале второго тайма. Калачини. Ушел от Хавьера Санетти.
атак Аргентины Сорин в окружении трех соперников. Так и не удалось до своего мяч довести. Уже лежа пытался Сорин сделать передачу. Все равно не вышло. В первом тайме тоже поначалу преимущество было у аргентинской команды, затем, пропустив, бразильцы так потихонечку игру выравнивали и в концовке уже атаковали больше, так что, в общем, их ответный гол тоже был достаточно логичен с точки зрения хода игры. Ну а что здесь? Луис Гонсалес упал и схватил мяч руками. Делать, естественно, нельзя, но, кроме всего прочего, здесь еще лежит бразильский игрок. Пытался Гонсалес найти там щелочку маленькую между двумя соперниками и пролезть сквозь нее. Не было нарушения здесь. Пожалуй, верно, Карлос Амарильо рассудил. А это вот предыдущий эпизод, когда, кстати, вот Сорину на ногу тут дважды наступили. Кто-то из бразильских футболистов не показывает нам, кто покидает на носилках поле. Возможно, там какая-то серьезная травма. Подсел Адриано под соперника, выпрыгивавшего за мячом. Запрещено правилами. Пока в десятером бразильцы. Яла. Луис Гонсалес на Сорина. Еще раз тот же вариант. Ответная передача Гонсалесу. И угловой зарабатывает. Гонсалес. Ну что ж, вот и первая замена. Диего вышел вместо Клеберсона. Похоже, это именно Клеберсон травму получил. Уже на этом турнире мы видели, как вместе играют Диего и Алекс. И достаточно успешно. Делят между собой диспетчерские функции. 10 минут прошло с начала второго тайма. Один пока был явный голевой момент у Аргентины. Когда Тевес не сумел переправить мяч сердцем. Тевес два гола забил. Оба со штрафных. Поначалу на замену он выходил. Ну и, кстати, в двух матчах очень полезен был его выход. Это во встрече с Уругваем, когда Аргентина не могла играющего в меньшинстве соперника переиграть довольно долго. Даже напротив позволила ему сравнять счет. И только вот в концовке, когда Тевес вышел, два гола аргентинцы забили. Ну и в поединке со сборной Перу в четвертьфинале Тевес появился на поле на 58-й минуте, а на 61-й забился штрафного. 1-0 Аргентина победила.
Там столкновение было Адриано с Кили Гонсалесом. Причем неправ был бразильский нападающий. Хотя, по-моему, и Гонсалес прямую ногу ставил. Роберто Аяла играет с Маскерано. Ну так пока не торопясь аргентинцы свою атаку начинают. Не туда пошел Кили Гонсалес. Было ясно, что мяч он потеряет в такой ситуации. Адриано. А вот сейчас отработал хорошо Кили. Тевес. Здорово уходит от соперника. Тот его догоняет, рукой придерживал. И при этом Тевес еще бежал, наверное, метров 20 с мячом. Смотрите, хотя его вот хватал за майку Луизао. В конце концов, Тевес упал, Луизао получает предупреждение. А Аргентина зарабатывает штрафной. Ну, не вот там в 40 метрах от ворот, а уже довольно близко. Отсюда можно сделать острую передачу. Чуть-чуть не туда. Аяла простреливал, все правильно делал. Там мог и от бразильского игрока рикошет быть прямо в ворота, и кто-нибудь из своих переправить мяч имел шанс. Но у Аялы мяч полетел как назад все-таки. А здесь Жулио Сезар. Вступает в дело и неудачно падает Луизао. Падает уже за пределы поля. Он тоже участвовал в этом эпизоде. Боролся за мяч. Давайте еще раз посмотрим. Выпрыгивает Луизао, Аяла. Жулио Сезар до мяча дотягиваются, а два полевых игрока сталкиваются в воздухе. Аяла в более благоприятной ситуации находился, он-то соперника видел. Луизао упал там, чуть не сознание, по-моему, потерял. А, еще они головами столкнулись, плюс ко всему. Там и свои, и чужие помощь оказали первую Луизао, прежде чем врачи добежать до места событий. Ну и опять бразильцы вынуждены временно, по крайней мере, играть в меньшинстве. Ну, похоже, что вернется сейчас Луизао на поле, в отличие от Клеберсона. Хотя нет, там вот и Загалу, и Парейра показывают, что кому-то из запасных нужно подойти. С тех запасных, что разминаются. Выезжал на поле. Маскерано. Калачини. Thank you.
толчок в спину. Выпрыгивал Ренато, и Росалес уже проигрывал эту борьбу. Чуть подтолкнул соперника. Очень хорошая передача, и можно бить. Но Санетти решил еще чуть вперед продвинуться с мячом и успел этот удар накрыть. По-моему, Диего это был. Или же Густаво Нери. Ну вот, кстати, недолго вместе были на поле. Диего и Алекс. Выходит, правда, еще один игрок примерно того же амплуа. Филиппе вместо Алекса. 20-й номер. Не первое его появление уже на этом турнире. Игрок Фламенго. За эту команду выступает, вернувшись из Европы, где у него не сложилось по большому счету. В Турции он был почти 2 года, выступал за Галатасарай, и причиной расторжения контракта с клубом стало то, что так и не смог он привыкнуть к укладу жизни в этой стране. Ну и замена в сборной Аргентины. Уходит Мауро Росалес. И вместо него под 19-м номером Сезар Дельгадо. Нападающий из мексиканского клуба Крус Асуль. Я не видел, как он играет за клуб свой, поскольку сложно как-то в Москве воочию следить за матчами чемпионата Мексики. Но вот сколько за сборную наблюдал, честно сказать, для меня загадка его присутствие в национальной команде Аргентины. В юниорской, в молодежной, в олимпийской сборной еще куда ни шло. Но при таком обилии классных форвардов, которыми располагает аргентинский футбол сейчас, почему играет Дельгадо, не очень понимаю. Какие-то свои соображения у Бьельсы на этот счет есть, безусловно. Но вот нынешний Кубок Америки за исключением, может быть, полуфинального матча с Колумбией, где все-таки Дельгадо более-менее прилично сыграл. Во всех остальных матчах как-то выпадал он из игры. Ну, посмотрим, как сегодня он себя сможет проявить. 25 минут у него есть для этого. Чуть больше половины тайма. Дэвис. Санетти. Вот получил мяч Дельгадо. Да, у Бразилии во втором тайме нет вообще никакой контр-игры. Постоянно на половине поля бразильской команды.
Ушел Росалес, и теперь Дельгадо, судя по всему, будет выполнять угловые. Очень здорово все было. Аяло долетел до этого мяча и пробил таки. Но получилось выше ворот. Красивый момент. Кто еще может выйти на поле, назову остальных резервистов. У Бразилии это вратарь Фабио, Мансини, Крис, защитники и игроки атакующей линии Жулио Баптиста и Рикардо Оливейра. У Аргентины Пабло Кабальеро вратарь, защитники Факундо Кирога и Диего Пласенте. Хавбек Андрес Д'Алессандро и два нападающих Хавьер Савьола и Лусиано Фигероа. Продолжает Аргентина атаковать. Тевес. Хорошая комбинация, но опять чуть-чуть в завершающей стадии атаки аргентинцы медлят. Кристиан Гонсалес получил мяч. Сколько времени прошло? Сколько понадобилось ему, чтобы подготовиться к удару. Успел уже Майкон выскочить там откуда-то сбоку, ногу подставить, и удар у Гонсалеса не получился, просто землю ковырнул. А теперь бразильцы штрафной пробьют. Филиппа отдает налево. Ну и вот уже мог у Бразилии возникнуть шанс. Ну и здесь пробить не дали. Эду очень здорово сыграл. Это Адриано. Ханьца выбивает. Снова Ханса против Адриана, нарушение. Двадцать шесть минут сыграно во втором тайме. Я напомню, что если в ничью закончится основное время, дополнительного здесь не будет. Серия 11-метровых тогда решит судьбу чемпионского титула. Такое случалось уже. В 95-м году Бразилия проиграла Уругваю по пенальти в финале в Монтевидео. После того, как он разрушился со счетом 1-1. Ну вот, наконец, удар прицельный последовал по воротам Жулио Сезара, а то все вокруг да около аргентинцы ходили. И это Карлос Тевес бил, но прямо в голкипера. А тут тем временем нарушение против Диего. Маскерано фолил и получил желтую карточку. Вот за этот фол.
четвертое предупреждение в сегодняшнем матче. 2-2. Счет по команде. Тут, кстати, если желтых карточек на турнире достаточно, то удалений было втрое меньше, чем на предыдущем подобном турнире. В 2001 году в Колумбии 22 красные карточки было показано, а здесь вот всего лишь 7. Из этих 7, 3 приходится на долю уругвайской сборной. Ренато. Диагональная передача в направлении Густаво Нери. Того Дельгадо стесняет от мяча. Ну и Густаво Нери нарушает правила. От одного ушел, второй его встречает. И вот опять Ренату и Густаво Нери вдвоем атакуют через Дельгадо, забирают мяч. И тут уже фол со стороны аргентинцев. Как все-таки за счет индивидуальных усилий там бразильцы впереди пытаются что-то создать, но вот ничего не получается. Консьери во втором тайме совсем нет работы. Андрес Д'Алессандро у кромки поля. В четырех матчах он участвовал на этом турнире. Один гол забил. Защитник немецкого Вольфсбурга. Меняет Луиса Гонсалеса. Ну и тоже может быть правильно, если в начале игры Луиса Гонсалес был одним из лучших в аргентинской команде, то как-то вот во второй половине его активность сошла на нет. Пятнадцать минут всего остается. Бурно достаточно его приветствовала публика. Тевес сам будет бить. Нет, никто так и не ударил. Д'Алессандро. Дельгадо. Снова Д'Алессандро. Масарина. Чуть-чуть не точно. Ну,
Вот Тевис пытался сначала вроде бы передачу сделать, а затем решил сам выйти на удобную для удара позицию. Поздновато выходил Жулио Сезар. Мог Тевис его опередить и даже почти опередил. Но все-таки вратарь руки выставил вперед. Мяч попал в него. Это Филиппа. Когда Бондансьеру мяч не дошел, трижды бразильцы наносили удары, все три на себя приняли защитники, а вот четвертый не точно. Густаво Нелли уже оставался. Лету с разворота пытался пробить ворота, но до конца не развернулся. Сандро, тот все вперед по флангу на Дельгадо. Дельгадо неплохо ушел от соперника, отыгрался опять с партнером, это Филипп Гонсалес. Нет, нарушение не фиксирует там Карлос Амарилья. Но от греха подальше Луизао на угловой выбил. Там летает мяч на штрафной бразильской. Вроде не опасно, но неприятно. А здесь неточный пас, и Луис Фабьяно в свою очередь ошибается. Д'Алессандро. Дельгадо. И опять приходится возвращаться. Опять, как и в концовке первого тайма, скорости падают уже ближе к последним минутам. Эду играет неточно. Это Массарина передача, но чуть-чуть высоковато. Очень все было правильно и своевременные передачи, и хорошо выскакивал Сарин. Но даже прыгать за этим ничем не стал. Он достался Жулио Сезару. Ну что ж, Луизао покидает все-таки поле. Я думаю, это связано с тем, что травма у него какая-то есть, может, сотрясение, что-то еще. Вместо Луизао выходит Крис. Да, вот посмотрите, даже сам уйти в поле не может. Ну, отдадим должное мужеству игрока, все-таки после того столкновения, сколько минут, 20, он еще как минимум на поле провел, честно пытался до конца доиграть. Видимо, там головокрушение или что-то еще. И приходится все-таки сделать замену.
15 номер у Криса. Меня убили! Диего. Кому же эта передача? Шарин, Алессандро, любимый его сын, двух соперников обыграл, не смог обыграть судью. И мяч перешел, правда, ненадолго к бразильцам. Ну, а это Хавьер Санетти. Долгадо. Пробросил себе на ход, а скорость вынужден был сбросить, потому что там вновь ему игрок падал и в результате мяч не догнал. Vamos, Kili, vamos! Vamos, que hay que ganarlo! Vamos, que hay que ganarlo, Kili! Doblado, doblado. Dejalo, dejalo. Habla, habla. Так немножко поторапливаются аргентинцы. Думаю, что не хочется им все-таки решать судьбу титула в серии пенальти. Но это зря. Маскерано не видит никакого другого продолжения. Решил ударить издали, а вот для Луизао здесь требуется машина скорой помощи. И, очевидно, госпиталь сразу отсюда со стадиона отправится. Мы будем надеяться, что обычное сотрясение мозга у него. Ничего более серьезного нет. В касание хотел Д'Алессандро сыграть с партнером. Не прошла передача. Дальше уже нельзя было отдавать вперед из-за офсайда. Это Санетти. Санетти бьет. Мяч возвращается к Д'Алессандро. Калачини мяч выбить, а Адриано-то может убежать от любого защитника. 41-я минута второго тайма пошла по-прежнему 1-1. Голы забитые в первом тайме Кили Гонсалесом и Луизао пока и определяют этот результат. Результат финального матча 41-го Кубка Америки. Снова Жулио Сезар в игре. Это Диего. Очень хорошо, удобно. В свободную зону партнеру отдал Малькон. И тут ошибка непростительная, конечно же. Но успевает вмешаться Хайнца. И удар от ворот. По-моему, угловой должен быть. Ой.
Бразилия в 99-м году в последний раз выигрывала Кубок Америки. Ох, момент 2-1. 2-1, и это, возможно, будет победный гол. Потому что играть остается 3 минуты до конца основного времени этого матча. Здесь никаких претензий к вратарю. Сарин выиграл борьбу вверху, просто не попал по мячу. Ренато и Сезар Дельгадо забил всего один единственный гол на этом турнире, но зато какой. Своим шансом распорядился блестяще в данном случае нападающий мексиканского Крус-Асуля и сборной Аргентины. И что ж, ну теперь у Бразилии нет иного выхода, кроме как всей команды идти вперед и пытаться вот за оставшиеся уже скоро не на минуты, а на секунды счет пойдет. За оставшееся время попытаться хотя бы один момент организовать у ворот соперника. Ну и опять никак я не могу сказать, что гол не по игре. Весь второй тайм Аргентина буквально висела на воротах бразильской сборной. По-хорошему должен был забивать Тевес гораздо раньше. Но уж случилось как случилось. И может быть для аргентинцев такой вариант предпочтительный. Бразилия, я сказал, в 99-м году последний раз выигрывала Кубок Америки, Аргентина в 93-м. Больше 10 лет уже прошло. И вообще для Аргентины это первый за 9 лет финал какого-либо крупного турнира. В 95-м году аргентинцы играли в финале Кубка Конфедерации против датчан. И затем ни на мировом, ни на континентальном уровне ни побед, ни даже участия в финал. Тевес за минуту дважды по ногам. Так перепало здорово. Но встает он, а тут Д'Алессандро с его уникальным дриблингом не позволяет соперникам приблизиться даже к мячу. Бразильцы вынуждены фолить, а это на руку аргентинской сборной. Время идет. Снова Д'Алессандро. Теперь аут. Еще раз смотрим, как был забит гол. В общем-то, в простой ситуации, надо сказать, ошиблись бразильцы. Там ничего опасного и не должно было возникнуть. Ренато по мячу не попал, Жуан не успел подстраховать партнера. И Дельгадо оказался совершенно один. Аргентинцы не стараются уже атаковать в этой ситуации, просто держат мяч. 3 минуты добавляет Карлос Амарильо, 2,5 остается, стало быть, до конца. Сборная Аргентины очень близка к тому, чтобы после 11-летнего перерыва вернуть себе чемпионский титул. Помним, правда, что в прошлом розыгрыше в 2001 году в Колумбии аргентинцы не участвовали вовсе. И замена еще одна. Тевес сейчас уйдет с поля. А кто вместо него? По-моему, Факундо Кирога появится, да. Ну, не очень, кстати, хорошо в такой ситуации лишнего защитника выпускать, но... Вот
тренеру виднее, Густаво Нерисмичу. Едва не ошибся об Бондансьере. Такое впечатление было, что неверно рассчитал траекторию полета мяча. Штрафную, что здесь произойдет, удар 2-2. Но потрясающе, потрясающе сборная Бразилии в конце первого тайма в добавленное арбитром время отыграла. Но там-то еще хоть целый тайм был впереди, а здесь пропустили на 87-й минуте. И на какой забил Адриано. Забил, кстати, свой 7-й уже на турнире гол. Похоже, что он 93-й. Давайте смотреть, что же здесь произошло. Ну, здесь борьба, естественно. Сказал я, да, что не нужен лишний защитник в такой ситуации. Действительно не нужен. Именно Кирога сейчас не смог мяч вынести из штрафной, хотя он ближе всего к этому самому мячу находился. Почему не нужен? Потому что, в общем-то, привычные связи, привычные расположение игроков. Там они уже весь матч так отыграли. Вот эти трое. Калачини, Аяло и Хайнц. И не один матч, собственно говоря. Так они прекрасно знают, кто что должен делать. Прекрасно, если не видят, то чувствуют друг друга. И то, что появляется в этой структуре лишний человек, это не всегда идет на пользу, даже, я бы сказал, почти никогда не идет на пользу. И вот сейчас Марсело Бьельса, я боюсь, именно за это и был наказан, за то, что посчитал, что просто количественно укрепить оборону за там, 2 минуты до финального свистка поможет удержать победный счет. Не помогло. Ну, здесь после всего этого разгорелся нешуточный конфликт на поле. Уже прозвучал, кстати, финальный свисток Карлоса Амарильи, но свисток, который зафиксировал окончание игрового времени. А теперь нам предстоит еще наблюдать за серией пенальти. После того, как вот страсти улягутся. Давайте вспомним, что в 90-е годы дважды выясняли отношения эти соперники по 11-метровым как раз. В 93-м году после ничьей 1-1 Аргентина выиграла серию пенальти 6-5. В четвертьфинале это было. А в 95-м уже наоборот, тоже в четвертьфинале, но победили бразильцы. Тогда 2-2 закончилось игровое время, причем дважды бразильской команде пришлось отыгрываться, как вот и сегодня. И потом 4-2 серии пенальти, точнее, выиграли бразильцы. Ну, статистика на ваших экранах была только что. Во втором тайме преимущество аргентинская сборная имела. Это получило отражение и в цифрах. Uh,
Ну и пока готовятся у нас команды к серии пенальти, есть, наверное, несколько минут для того, чтобы подвести итоги турнира в целом. То, что было принято решение проводить в одни годы с чемпионатами Европы, Кубок Америки, ну, наверное, с одной стороны, правильно. Ну, вот Адриано признан игроком матча, кстати, второй раз на этом турнире. Первый был в поединке с Коста-Рикой, где он забил 3 мяча. Так вот, по високосным годам теперь Кубок Америки будет разыгрываться. Но при этом идет же полным ходом отборочный турнир чемпионата мира. И вот сравнить составы команд, принимающих участие в тех поединках, и приехавших сюда на Кубок Америки. Все-таки нескольких сильных игроков не досчитались. Ну вот та же бразильская сборная, например. Бразильская конфедерация футбольная предлагает совместить эти два соревнования, то есть фактически Кубок Америки сделать отборочным турниром к мировому первенству. Это и престиж соревнования поднимет, и, естественно, изменит отношение участников к нему. Ну, а, кстати, предложение бразильцев поддерживают аргентинцы и уругвайцы. То есть, вот, на самом деле, те три команды, которые заняли 3 первых места на этом соревновании. Ну, есть еще достаточно времени, чтобы обдумать все пожелания, все предложения и прийти к какому-то решению. Следующий турнир должен состояться через 4 года. Ну, а самый первый Кубок Америки, я хочу напомнить, состоялся в 1916 году. Тогда он Кубком Америки еще не был. Кстати, именно аргентинцы были родоначальниками этого турнира. Страна отмечала столетие своей независимости и по этому случаю решили устроить просто международный футбольный турнир, на который пригласили бразильцев, уругвайцев и чилийцев. Первыми чемпионами стали уругвайцы. Тогда же, кстати, было предложено образовать Южноамериканскую футбольную конфедерацию. И уже она сама на следующий год провела второй турнир для сборных. Снова Уругвай стал чемпионом. И дальше этот вот приз стал разыгрываться. Не скажу, что регулярно, потому что регулярности-то как раз было мало. То в год по 2 турнира проводилось, а то были перерывы по 4 и даже 8 лет однажды. Но, тем не менее, вот до наших дней этот турнир дожил. 41-й розыгрыш мы с вами наблюдали за всеми играми в прямой трансляции на футбольном и спортивном каналах НТВ+. Жуан, который после ухода Алекса принял капитанскую повязку, Аяла и 4 арбитра сегодняшнего матча здесь определяют в центре поля, в какие ворота будут выполняться пенальти и кто будет бить первым. Ну, а я напомню пока, что на 20-й минуте сегодняшнего матча один пенальти уже был выполнен. Кили Гонсалес бил и открыл счет. На последних секундах первого тайма Луизао провел ответный мяч. Снова аргентинцы вышли вперед за несколько минут до конца. На 87-й Дельгадо сделал счет 2-1. И на 3-й добавленной арбитром минуте Адриано, которого теперь уже можно поздравить официально с титулом лучшего бомбардира турнира. 7 мячей он забил. И вот этот 7-й дал Бразилии шанс побороться все-таки за чемпионский титул.
вроде все готово уже, не знаю зачем теперь задержка. Обнявшись, стоят игроки обеих команд вдоль центральной линии поля. Мне трудно было разглядеть, из-за чего там возникла эта небольшая стычка после второго гола бразильского. Как интернетовские сайты сообщают, Маскерано и Эду повздорили. Ну, все обошлось, до потасовки дело не дошло. Арбитр просит, по-моему, уйти за пределы поля тех, кто не будет принимать непосредственное участие в серии 11-метровых. То есть только игроки должны остаться. И теперь вот направляется к левым, по-моему, от нас воротам. Сейчас даст еще какие-то указания вратаря. Это обычная процедура. Предупреждает о необходимости соблюдения всех правил. Вратарь может перемещаться вдоль линии ворот, но не выходить навстречу ближе до удара. Аргентинцы начнут эту серию, и Андрес Д'Алессандро первым подходит к мячу. И первый же удар Жулио Сезар парирует. Отбил он последний пенальти в полуфинале, пенальти, который ему бил Висенте Санчес. Бразилия выиграла ту серию 5-3. Адриано. Бразилия. Этот гол не пойдет. Адриано уже в бомбардирский зачет. Но 7 мячей в 6 матчах неплохой результат. Абундансьери проиграл уже одну серию пенальти в финале Кубка Либертадорес совсем недавно, где Бока Хуниор сыграла против колумбийского Онса Кальдес. Но там ему удалось 2 удара парировать. А вот партнеры его не забили вообще ни одного мяча из 4 попыток. И Бока уступила титул. Ой-ой-ой, Хайнца бьет выше, и у Аргентины совсем плохи дела.
Ну, на самом деле понятно сейчас моральное состояние аргентинских футболистов. Так близка была победа. Эду против Роберто Абундансьера. Гадал Абундансьери. Но Эду в любом случае пробил достаточно уверенно, сильно и близко к штанге. 2-0. Бразилия выигрывает пока в этой серии. Ну, впрочем, были случаи в истории футбольной, когда и из таких ситуаций удавалось выбраться. Это Килиан Салес, ну, он штатный пенальти в сборной и свой удар забил, довольно четко положил мяч в угол. Ощущение главное, что Жулио Сезар в тот угол и собирался прыгать, но почему-то остался на ногах. Диего. Диего штатный пенальтист у себя в Сантосе. И вообще исполнитель всех стандартных положений. Не так много он играл на этом Кубке Америки, но свой вклад в успех бразильской сборной внес. Я говорю, успех в любом случае, будет это второе место или первое. Посмотрите, как здорово пробил. Ну и каждый следующий удар может стать решающим теперь. Хуан Пабло Сорин. Продлевает борьбу. Продлевает интригу. Три-два в пользу Бразилии. У Бразилии удар в запасе. И этот удар пошел выполнять Жоа. Ну что ж, в полуфинале и в финале бразильцы били пенальти без промаха. 9 из 9 забили. И таким образом и у Уругвая, и у Аргентины, то есть у двух своих главных конкурентов, бразильская сборная выиграла именно в серии 11-метровых. И в седьмой раз стала чемпионом континента. Ну а у Аргентины, так же как и у Уругвая, осталось 14 титулов, то есть по-прежнему совладельцами рекорда они являются. Вот 4-2 это счет из серии 11-метровых, счет игрового времени 2-2. И я могу поздравить поклонников бразильской сборной с выигрышем этого чемпионского титула. Что не выигрывала Бразилия за последние годы? Только Олимпийские игры, которые, кстати, не выигрывала она никогда. И в этом году уже не выиграет, поскольку не будет участником Олимпийского турнира в Афинах. Но при этом Бразилия – чемпион мира среди юношей, чемпион мира среди юниоров, чемпион мира среди взрослых команд, чемпион своего континента, чемпион Южной Америки.
Напомню, как шли бразильцы к этому титулу своему. Стартовый поединок был выигран у команды Чили 1-0 в матче, который очень непросто для бразильцев складывался. Достаточно сказать, что лучшим игроком матча был назван голкипер бразильцев Жулио Сезар. Чилийцы не забили пенальти в том поединке, а решающий гол на счету Луиса Фабиано на последней минуте он его забил. 1-0 Бразилия выиграла. Затем была победа над Коста-Рикой 4-1. И тоже поначалу не все у бразильской команды складывалось удачно, но после гола Жуана сделал Адриано хет-трик, и в результате крупная победа. Последний матч в группе бразильцы проиграли Парагваю 1-2. Там имели они возможность выбирать себе соперника по четвертьфиналу. Избежали встречи с Уругваем, вышли на Мексику. С Уругваем играть пришлось так или иначе, но уже позже. У Мексики Бразилия выиграла более чем уверенно 4-0. Ну и вот затем были эти две победы в серии пенальти. В полуфинале над Уругваем, в финале над Аргентиной. И в том, и в другом матче бразильцы отыгрывались, причем в финале дважды. И удалось отыграться. Ну, это перуанский национальный флаг здесь выносится на церемонию закрытия турнира. Тевис, я так думаю, должен был быть последним из пяти человек вот в этой первой серии, но до него дело не дошло. Д'Алессандро не смог переиграть Жулио Сезара, вратарь отбил мяч, а удар Хайнца вообще пришелся выше ворот. Ну и пока там все готовится к церемонии награждения, победители все не могут скрыть своих эмоций. Аргентина по-прежнему остается без больших побед с 93-го года. Ну, на уровне национальных сборных, потому что были у аргентинцев успехи на уровне сборных молодежи. Пока ждем церемонию награждения, начали рассказывать про историю турнира. В 1975 году ему было присвоено вот это наименование «Копа Америка». До этого просто назывался он южноамериканским турниром национальных сборных. И трижды проводился турнир по схеме с разъездами, не было одного какого-то хозяина. Любопытно, что тогда побеждали отнюдь не те, кто считался сильнейшими сборными на континенте. Перуанцы выиграли впервые. Сборная Парагвая победила, и потом в 83-м году сборная Уругвая. Ну а с 87-го года решили вернуться все-таки к
централизованной такой схеме в одном месте, в одной стране в течение нескольких недель турнир разыгрывался. Начиная с 93 года начали приглашать команды из соседней конфедерации CONCACAF. Это постоянно была сборная Мексики, ну и также играли здесь в разные годы Гондурас, США, Коста-Рика, однажды сборная Японии приглашалась. Ну что ж, аргентинцы получают серебряные медали за второе место на этом турнире. Николас Леос, президент CONMEBOL. Ну и другие официальные лица, как говорится, здесь в том числе представитель оргкомитета и представители просто страны-организатора. Кстати сказать, организован турнир был очень здорово, в смысле посещаемости. Я думаю, побил многие рекорды. Для Тевиса и для игроков Boca Juniors, собственно, кто здесь еще в сборной вратаря, Роберто Абундансьери, Клементо Родригес, защитник, который выходил в двух матчах на поле, ну вот, собственно, и все. Для них вот такое двойное разочарование. Две проигранные серии пенальти в финалах. В финале Кубка Либертадорес месяц назад. И вот сейчас в финале Кубка Америки. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Неизвестно, как она будет продолжаться для сборной Аргентины, потому что еще до начала турнира, когда Карлос Бьянки объявил о своем уходе из Боки и, скажем так, освободился для какой-либо другой работы, так вот, именно его прочат в преемнике Марсело Бьельсы, причем, возможно, эта смена тренера состоится уже в ближайшее время. Ну вот и за Блаттер на церемонии закрытия турнира присутствовал он на финальном матче, и он лично награждает арбитров этого поединка. Вот такого я еще не видел, чтобы судьи вышли с национальным флагом на церемонию награждения. Но, тем не менее, парагвайско-перуанская бригада отсудила удачно во главе с Карлосом Амарильей. Este trofeo, el señor Joseph Blatter, presidente de la FIFA, reciben el trofeo Fair Play, el señor Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y el ingeniero Arturo Guzmán. Ну, а это специальный приз за организацию турнира. Его Зеп Блаттер вручил президенту Перуанской футбольной федерации. И, естественно, овации стадиона встречена вручение этой награды. Ну и теперь настает время победителей. И Карлос Альберто Парейра. Ну и Марио Загало, естественно. Победители чемпионата мира 94 года. Вот теперь уже совершенно новой сборной
выигрывают Кубок Америки. И напомню, что сборная Бразилии является сейчас лидером в отборочном турнире южноамериканской зоны. Бразильцы первые, кстати, чемпионы мира, кто участвует в отборочном турнире следующего цикла. За их счет так сэкономили одну из путевок, но думаю, мало кто сомневается, что бразильцы на следующий мундиал поедут в 2006 году в Германию. Ну и назову всю команду: Жулио Сезар, Густаво Нери, Луизао, Жуан, Майкон, Ренато, Клеберсон, Алекс, Эду, Адриано, Луис Фабиано. Это основной состав. А запасные: Фабио, вратарь, Мансини, Бордон, Крис, Дуду, Адриано, Жулио Баптиста, Диего, Филиппе, Рикардо Оливейра и Вагнер Лав, нападающий ЦСКА, который в одном матче тоже выходил на поле и тоже, стало быть, какие-то усилия приложил вот для достижения этого успеха. Ну, чемпионы на пьедестале, и мы ждем уже завершающего аккорда этой церемонии, то есть вручения, собственно, трофея, который, напомню, Бразилия выиграла в 7-й раз. Впервые в 19-м году у себя дома бразильцы победили, затем в 22-м. Потом очень долгий перерыв был до 49-го года, потом еще более долгий до 89-го. Ну, а вот из последних четырех чемпионатов бразильцы выиграли три: в 97-м году, в 99-м и вот сейчас в 2004-м. Рикардо Тейшейра, президент Бразильской футбольной конфедерации. Вот он справа. Участвует в церемонии награждения. Ну а кубок получает Алекс, капитан этой сборной, чемпионской сборной. И еще раз наше поздравление тем, кто болеет за сборную Бразилии. Я знаю, таких много среди зрителей канала НТВ Плюс Футбол. А мы на этом прощаемся не только с чемпионами, но и с турниром. Был он достаточно интересным. И следующее у нас футбольное соревнование совсем скоро — это Олимпийский турнир в Афинах. Ну, впрочем, футбол, наверное, там будет не главным, но футбол тоже будет. Завершен Кубок Америки и завершена наша последняя трансляция из Перу. На этом для вас работал Михаил Мельников. Встретимся на следующих футбольных соревнованиях. Всего доброго. Perú 2004. Señoras y señores.